Бокал за мою финскую подругу замечательную, которая завтра уезжает далеко-далеко, буквально на север, в Арктику. Дорогая моя. Спасибо. О, первый раз в поезде? Нет. Я из Финляндии. Как будет? Привет. Hey. Блин. Ну почему? Ну это же дебилизм. Купе. Он странный. Что? Но только не говори мне, что ты хочешь вернуться. Нет, конечно. Давай, Калис, что ты делаешь в этом поезде? Ирина, мы планировали ехать вместе. У нее красивая жизнь. Я так хотела тоже быть в этой жизни. Тут Розоводск, мы там ночь стоим. Что, не в курсе? И каждый из нас. Их цыпленок. Вот и научись с ним жить, ему доверять. Тебе, твоему цыпленку. Думаешь, я плохой? Я только думаю, что я обидела. Что ты обидела-то? Пиши твой адрес. Ничего не надо. Почему нет? Ты никогда знаешь, как судьба сложится.